Наши земляки стали призерами чемпионата Азии по парадзюдо, который прошел в городе Нур-Султан. Победителей сегодня встретили на железнодорожном вокзале. В канун 30-летия независимости Казахстан с 3 по 5 декабря в городе Нур-Султан прошел открытый чемпионат Азии по парадзюдо. В нем приняли участие спортсмены из 8 стран – Индонезии, Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, России и Японии. На соревнованиях из Восточно-Казахстанской области приняли участие трое спортсменов. Все они заняли призовые места. Чемпионат Азии был дзюдограждан. В чемпионате Азии я провел 3 встречи, в которых выиграл и стал чемпионом. В финале я боролся с олимпийским чемпионом, борцом из Атырау. Было очень тяжело, но я победил. Из Восточного Казахстана принимали участие 3 человека. Борец Мухамбетов Бекзат занял 3-е место в весовой категории до 73 килограммов. Сам я боролся в весовой категории до 100 килограмм. Ирлан Канкиев ранее на протяжении 20 лет занимался казах-куресе и участвовал не только в чемпионате Азии, а также в чемпионате мира, где он стал серебряным призером. Дзюдо занимается последние 1,5 года. Встречать спортсменов пришли друзья, родные и близкие, которые искренне болели за них во время чемпионата. Мы очень рады. Теперь надеемся, что наш друг примет участие на Олимпиаде. На предстоящую Парижскую Олимпиаду он сейчас собирает лицензионные баллы. Пусть это будет только начало его великой победы. Теперь хотим пожелать, чтобы он стал олимпийским чемпионом по парадзюдо. В чемпионате Азии по парадзюдо весовой категории до 100 килограмм Ирлан Канкиев занял 1-е место. Бекзат Мухамбетов весовой категории до 73 килограмм занял 3-е место. А Ольга Близнец весовой категории до 63 килограмм заняла 2-е место. Их тренер Мадина Токтамысова отмечает, что к данному соревнованию готовились очень давно и очень тщательно. Открытый чемпионат Азии прошел хорошо, подготовка была основательной, по плану. Спортсмены проходили учебно-тренировочный сбор. Теперь у нас главный старт – это Азиатские игры в 2022 году. В 2023 году – мировые игры. И в 2024 году в Юрса будет Паралимпиада. Наша цель – попасть на Паралимпиаду и завоевать там медаль. Победители отмечают, что у них по-прежнему есть четко поставленные цели на будущее. Именно поэтому они будут продолжать заниматься и готовиться к дальнейшим спортивным соревнованиям на более высоком уровне. Айнур Касым, Ильжа Магзумов, телеканал «Семей».